Телезвезда и наследница знаменитой сети отелей Paris Hilton присоединилась к гонке по продаже токена. Как сообщает CoinDesk, Hilton написала на своем аккаунте в Twitter и отметила фото токена, в продаже которого она хотела бы участвовать. Hilton не забыла добавить, что это не реклама. Некоторые известные личности, такие как Флойд Мейвезер, известный боксер, и Луис Суарес, известный футболист, ранее уже предпринимали подобные попытки в социальных медиа. Поскольку технология используется в различных областях, знаменитости могут использовать ее для товарного знака или инвестиций.